40-градусные морозы сибиряки выдержали стойко, но холода вернутся уже в эти выходные, обещают синоптики. Не такие сильные, но все же. Холод проникает в квартиру и через щели в окнах, наледь на подоконнике, замерзшие стекла. Все это вина самих хозяев квартир. Окна к зиме нужно готовить правильно, говорят специалисты. И здесь вот образование льда, прямо на стекле этого пластикового окна. И здесь тоже лед. Пластиковые окна призваны спасать от морозов и сквозняков. Почему же зимой собственники квартир видят замерзшие окна, а на подоконнике влагу? Нужно ли готовить окна к зиме и что делать, если проблемы уже возникли? То есть причины, конечно, разные попадаются. То есть если из притвора дует, из-под резиночки, требуется регулировка фурнитуры, либо перевод в зимний режим фурнитуры. Какие же окна выбрать в суровом сибирском климате? В нашем регионе лучше стеклить профиль не менее 70 мм толщиной. Если толщина уже идет 58 мм, он быстрее будет промерзать. То есть, что потом, соответственно, влияет на конденсат и на мерзание на стеклопакете на льде. Профилактика перед зимой обязательно, говорят специалисты. Нужно смазывать движущиеся детали. Раз в 4 года менять резиновые уплотнители. Открывать окна и проветривать помещение не забывайте даже зимой. Прежде чем закрыть створочку, надо проверить, чтобы на резинке не скопился ни конденсат или какая-то наледь. Позаботьтесь и об откосах. С утеплением помогут в компании «Витастрой». Улица Кузнецкая, 5. Ирина Коваленко, Михаил Чеканов. Новости «Мой Междуреченск».